без порушення остановився, я ж не мог возле переїзду остановити. 067 271 78 45. Я по месту, я закрылся, они начали стучать, начали стекло выбивать, а что-то остановились. Ну. Да, да, оружием пистолет поменьше, полицейский пистолет вынул, ну, такими, такие голоса, такие угрозы, такое, ну, мне 60 лет, и тут весь сижу, уже трушусь, белый день, ну, давайте, звоните, помогайте, полиции или что, я не знаю, кто... Ну, 1959-го. Пока вы начнете, у меня день рождения, они меня тут... 59-й год, 59-й год. 17.01. Ну что там, Дим? А ты далеко десь? Ой, бля. Ага. Я вызвал 102, подзвонил, ну пока успокоились, пока то уже вікно вибивали. И документы показал, и все, когда ты русский террорист, и, ну, короче, тут. Ну то я як держу, а що, хіба вимуть і повезуть цього? Ну, мали, ну, мали цього вести вже в райотдел, але щось успокоїлися. Та я і документи, ну давай, давай, Діма, поможіть. Та ні, нічого не пишуть, ушли, я показав документи, а що бачу, почали вибивати, лично. Ну, може і так, може вже там сидить і пише, то я знаю. А та ти 102 випитали геть до останнього всі дані, я думаю. Ага. Mm-hmm.